зрители, я вообще люблю поговорить на сцене. Потому что, ну, для меня концерт, я больше ненавижу, когда я просто выхожу. Вышел такой, спел. Вы такие. Классно. То есть моя задача всегда, как она когда-то у меня тут на них. Моя задача всегда, как и всегда было, будет, наверное, правильнее так сказать, это что-то помимо того, что спеть просто, может, еще что-то рассказать интересное. То есть что-то, что я понял, потому что реально в этой жизни, как оказалось, нет ничего дороже семьи, когда мне кто-то это сказал, и опыта. И вот то, что я в какой-то момент понимаю, осознаю, и потом опять это забываю, и опять это осознаю, это, наверное, самая важная фигня, которую я понимаю. И, конечно, мне хочется ей делиться, если вы не против, конечно. Мы же с вами сегодня, я вижу просто то, что в зале все равно до сих пор есть те, кто раскричали, те, кто прямо на этой песне пел, но есть те, кто все равно стоят зажатые и что-то стесняются. Есть такие, я вижу. Мы же с вами на концерт пришли, правильно? Не на поминки точно, да? Пришли петь? О чем тогда стесняемся? Мы много думаем по поводу того, как мы выглядим со стороны, как мы, может быть, что-то одеты. Вы видели, в чем я одет вообще? Это же это не сильно, не модно, не молодежно, нифига. То есть я вышел, ну, в чем хожу, в том и выступаю всегда. Оно так складывается. То есть я никогда. Ну вы же точно сюда пришли не посмотреть на. Ну, это офигенные джинсы, кстати, если вы согласны с этим? Спасибо. Я маму покупал. Короче. Это по-мужски. Да. Короче, ну, вы же пришли так, что не на эти джинсы смотреть. Вы пришли, чтобы послушать, попеть. То есть, соответственно, ничего не стесняйтесь. Следующая песня называется... Это песня, которая вышла не так давно, и вряд ли большинство из вас ее знает, но эта песня важна, она как раз про это, про... Я, в принципе, по жизни закрытый человек, как и, возможно, многие здесь. Если это здесь, я на сцене стою максимально открыт к вам, типа, ребята, вообще с кайфом, давайте обниматься. В жизни... Оно выходит по-другому, как-то вот, как это даже правильно объяснить, вот кто-то встретил меня, я всегда рад сфоткаться, всегда рад там что-то пообщаться, но всегда, когда кто-то меня встречает, я иду своей дорогой и занимаюсь, он такой, о, Фогель. Меня пугает вот эта фигня, вы понимаете, о чем? Вот, есть такие люди, у кого тоже, типа, какие-то вот эти закрытые моменты присутствуют? Я что, один такой, что ли? Пацаны, вы тянете руку. Короче, следующая песня называется «Не перебивай». Погнали. Эта песня для каждого, кто себя в громких компаниях чувствует лишним. Эта песня для тех, кто молчит, хоть и рад бы сказать, но его не услышишь. Эта песня для тех, кто не может терпеть эти песни, когда все поют эти припевы. Ты ни слова не знаешь, хоть песни, когда ненавидишь, чтоб чарты подборки с ТикТока треки, они тебя грузят, так пой свою музыку. Просто пой свою музыку. Я сам себе спою, нет, не перебивай меня. Я сам себе спою, нет, не перебивай меня. Занят хоть чем-то, что кто-то ко мне. Да, сейчас. Не подошел, мне сказал, что ты груз. Давай веселей, давай веселей. Моя основная профессия — апатия, да, депрессия. Сация, апатия, злость и агрессия. Как сложно держать равновесие. Улыбка не значит, что весел. Че смотришь, что уши развесил. Я по людям, и те люди весел. Под песня, в которых есть песня. Мне не грустно, мне даже отлично. Хоть и на ногах еле стою, вдруг поджег сигу, какая привычка. Да я вовсе почти не курю. На балкон вышел, плотно оделся. На балконе особо уют. И откуда я знаю все эти песни, что друзья мне рядом поют. Я сам себе спою.
не перебивай меня. Я сам себе спою. Нет, не перебивай меня. Я сам себе спою. Нет, не перебивай меня. Я сам себе спою. Нет, не перебивай меня. Спасибо большое.